Итак, мы на стенде Lemax. Интересно у них. Это 50-киловаттный настенный котел. Кстати, он есть и 100-киловаттный. Еще у них очень большой, мощный, напольный 200-киловаттный котел. Название, кстати, у которого еще нет. С интересной конструкцией теплообменника. А давайте заглянем сюда. Вот так выполнен теплообменник здесь. А вот эти самые турбонасадочки с выбегом по времени. Уже на стенде монтаж их упрощается за счет подсоединения обычными разъемами. Самые панельные радиаторы, которые вот-вот выйдут в производство, скоро открывается завод, и уже, я думаю, что возможен предзаказ на них. Также на стенде представлен традиционный газовый котел настенный и новинка от Lemax — конденсационный настенный газовый котел. А еще вот у нас однокомнатный 100-киловаттный настенный котел. А вот еще одна новиночка, котел Premier с автоматикой Nova 820 и интересной опцией на дымоходе. Дымоход можно располагать как вертикально, так и горизонтально, перекрутив данный наконечник.